Всім привіт, ми з України. Я обіцяла, що я буду вітати зараз тільки так в усіх своїх нових ефірах. Сьогодні ми будемо говорити про Угорщину, ще з однією моєю подругою Настю, яка знаходиться там зараз. Настюша, привіт. Да, привіт. Так понимаю, давай будем говорить на русском все-таки, чтобы большее количество людей нас понимало. И как бы там ни было, никого мы не притесняем. Все сейчас очень стараются прийти на украинский язык, но пока не все понимают. Поэтому, как обычно, мы говорим о самых насущных вещах. Это как долго регистрация, как это онлайн, офлайн, обязательно ли ехать в какой-то город или это есть в разных местах, соцжилье, оно соц или не соц, долгосрочно, недолгосрочно, ну и выплаты, и перспективы работы. Вот с чего хочешь, с того и начинай. Ну, начну, наверное, с того, что когда мы все приезжаем, мы сразу ищем жилье себе. Это первое, что вот такое необходимое и срочное. У нас жилье не соцжилье. Мы изначально, когда я приехала сюда, я больше месяца уже в Венгрии, начали искать, обращаться к волонтерам, но соцжилье очень быстро расходится. Максимум ты можешь рассчитывать это вот в Будапеште, потому что я не в Будапеште. В Будапеште люди живут на стадионе. Uh-huh. То есть это на стадионе оборудовали какое-то место, и там они живут. Uh-huh. Кто может себе позволить, сразу же ищет жилье. Дешевые квартиры расходятся очень быстро. Ну, прям моментально. Uh-huh. Плюс уже как потом, как мы узнали, не особо люди хотят брать на месяц. Ну, mm-hmm. хотят долгосрочную. Если аренда, то это долгосрочная аренда. На месяц очень сложно вообще найти. Либо же это будет посуточная, соответственно, там сразу стоимость за месяц вылазит космических денег. Ну, например, космических. Давай сразу тоже ориентировать. Ну, вот на данный момент, где мы живем, ради интереса мы посмотрели через сайт Airbnb. Mm-hmm. Вот тут получается 170 евро. Сутки апартаменты. Апартаменты, то есть это получается две комнаты, маленькая кухня. Я даже ее не могу кухней назвать, это больше так чисто варочная поверхность и умывальничек. И санузел. Все. А давай еще по-другому. А где ты сейчас находишься? Венгрия большая. Да, мы живем 150 километров от Будапешта на озере Балатон. Ой, как красиво. Да, очень красиво. Называется у нас это станция, назовем ее так, Балатон-Леле. Вот. Это жилье мы нашли самостоятельно. Единственное, uh-huh. что нам подсказали, это через сайт, но не сразу соглашаться на ту стоимость, которая заявлена. Потому что вот эти апартаменты у нас очень отличнейшие. И хозяева, ребята, которые нам сдали, и у нас... Ну, то есть вы живете за деньги? Да, мы живем за деньги. Так, хорошо. Это небольшие деньги по основному, ну, по соотношению с другими ценами, потому что ребята, те, которые нам сдают, они согласились снять за маленькие деньги сугубо для того, чтобы можно было покрыть коммунальные услуги. Коммуналку. Угу. А, хорошо. Да. Так, по поводу, ну вот давай дальше. Насколько, ну, можно сказать, что вам повезло. Насколько да. можно себе позволить так долго снимать и насколько долго? Потому что, ну, сейчас все больше все-таки приходят люди к тому, что это не на месяц, не на два, а что вся эта военная ситуация, она затягивается. Поэтому вот конкретно ты, что ты планируешь дальше? Подавала ли ты куда-то на какой-то соцпакет или вот это вот соцжилье? Какие перспективы и, ну, какие деньги вам вообще могут платить хотя бы, допустим, на еду, если будут? Потому что не во всех странах, насколько я знаю, это делают. Формально тут как бы выплата есть. Но uh-huh. она формальная. Вот из моего общения, с кем мы тут с ребятами общаемся, кто есть уже в Венгрии, еще никто ничего не получил. Хорошо. Во сколько вообще обещают? Давай по-другому. Обещают 22 800 форинтов. Это где-то, сейчас объясню, это где-то в районе 10 тысяч, ой, нет, это 1800 гривен где-то получается uh-huh. на взрослого uh-huh. и 13 800 на ребенка.
Ну, то есть это 1000 гривен на ребенка. Ну, то есть, грубо говоря, 4000 гривен, ну, а как там с цен? 3. То есть тебе хватает, не хватает, потому что... Нам этих денег никто не дал. Мы хорошо, не хорошо, если дадут их, хватит на еду, вот просто на еду. Потому что по соотношению тут цены приблизительно как у нас, только есть ряд товаров, это типа мясо, то, что дороже. Рыбы вообще как таковой нет. Понятно. Да, редкость. Хорошо. Ну вот в перспективе, что в итоге, что говорят, когда они будут выплачивать? Вот конкретно ты, давай я тебе, что ты планируешь делать вообще? Ну, первоначально, когда мы приехали, мы сразу подались на временное убежище. Потому что ты же можешь находиться только 90 дней, да. А как бы мы все прекрасно понимали, что 90 дней не хватит. Да. Вот. Мы подались, и это не в нашем городе, скажем так. Нам нужно было ехать 70 километров от города. В маленьких поселках такого нету. Благо нам ребята помогли, и они узнали, ну, те, которые нам сдают вот наше жилье, они это все узнали, и они нас ориентировали, куда ехать, в котором часу ехать. То есть вот так. Когда мы приехали в эту миграционную службу, ну вот фидбэк на 20 лет тому назад, как у нас было. То есть это такое старенькое помещение, то есть, ну, очередь живая, никто никуда не торопится, за стеклом кто-то сидит и что-то тебе пытается на венгерском объяснить. Венгерский язык очень сложный. О, давай еще про язык. На каком языке общаются? Насколько люди знают или русский, или английский? Вот как вообще с языковым барьером? Только венгерский. Даже с английским тут беда. Ну, есть люди, которые очень старше, ну, там где-то 50+, которые когда-то в школе учили русский. Тут, оказывается, учили русский когда-то. Вот. Ну, они знают базовый какой-то набор слов, и на этом все. Даже английский не все знают. Вот мы были в миграционном этом центре, заполняли, но там английский знал один человек, сотрудник, и то это такой 50/50 английский. Но тяжеловато. А скажи мне еще по поводу школы, не школы, отдавала ты дочку, забегу наперед, у нас есть дочь 7 лет, как и моей, что ты со школой планируешь и как это вообще будет? В школу попасть нереально, потому что украинских школ нету, так. Только венгерская, все, на этом все. Нам как бы предложили, а хотите попробовать, ну, а смысл? У меня тут подружка моя, у которой дочки тоже там 6,5-7, считай, лет. Ну, хорошо, мы их отдадим, что они там будут делать? Просто сидеть, потому что они ничего не поймут. Ну, во всех странах же так, дети, в принципе, хапают быстрее. Тут такой язык, вот... Очень сложно. Я пытаюсь как-то вникнуть и понять, что они говорят. Я понимаю, что для них это очень просто. Но вот для меня это просто какие-то набор звуков, скажем так. Даже нет похожих слов, вот хотя бы, чтобы там догадаться. Вот. Поэтому очень сложно. И даже местные говорят, чтобы выучить венгерский язык, нужно минимум 2 года. О боже, так аж как тогда перспективы с работой, стесняюсь спросить, и со школой, раз вы уже попали в Венгрию? Со школой никак. Вот нам пытаются, я знаю, что в Будапеште наши же волонтеры открыли школу на 150 человек всего лишь. И это больше как не школа, это как хаб, в который могут приходить, и там что-то пытаются кого-то научить, потому что там сборные солянки. То есть... В маленьких городах. То есть ты планируешь, получается, тогда вариантов нет, учиться дальше онлайн? Происходит у вас онлайн обучение? Ну, у нас онлайн нам присылают задания, и мы пытаемся как-то делать их. Вот, с горем пополам, но что-то пытаемся делать. Основной, как бы, упор я сейчас делаю на английский язык.
Прям основной. Понятно. Ну, а как у тебя вообще мысли? Вот есть какие-то шансы там работать? Если да, то какие? Или у тебя, может быть, возобновляется работа в Украине, ты планируешь за эти деньги жить? Или да. Давай так, ладно, твоя ситуация. Вот если бы, допустим, ты же все равно уже практически там оформилась. Вот венгерский выучить невозможно. Что ты будешь делать? Ну, за что-то же жить нужно. Опять же таки, нам очень сильно помогли ребята, которых, ну вот, уже мы так сдружились. Uh-huh. Наверное, весь мой путь по Венгрии, это был какой-то сплошной фарт, я бы так назвала. Потому что в первые там дни, когда мы остались самостоятельно с дочкой, через знакомых, вообще там через такое сарафанное радио мы жили у людей. Uh-huh. Там две ночи, ко мне еще приехали мои друзья, у них большая семья. У них трое детей маленьких, и эти люди нас приняли. И мы жили в одном доме с людьми, и, как оказалось, эти люди — волонтеры. Uh-huh. То есть мы не знали, к кому мы едем, мы просто нам не дали адрес, точку, и сказали, едь, тебя там ждут, все. Ну, очень многие так едут, но для нас это все время такой какой-то действительно экспириенс, то есть как, ну, как ехать к чужим, и как тебя могут принимать, есть такое. Но... Да. Вот, и эти ребята, они по сей день нам очень сильно помогают. Uh-huh. Они раз в две недели нам, они пишут нам, спрашивают, что нам нужно, чем помочь. Вот абсолютно все. И они нам раз в две недели привозят продукты. Продукты, класс. То есть, что очень вот важно, казалось конечно, бы, в этой конечно. Ситуации. Ну хорошо, я все пытаюсь вообще выяснить про работу. Но вот что ты, как ты себе видишь там, я не знаю, себя через два месяца? Ну вот что, смотри, у нас эфир для людей, которые не обязательно проехали всю Венгрию на фарте, но они, допустим, попали в Венгрию. То есть насколько им вообще и что светит? По деньгам понятно, обещают мало, но еще не платят. Так, с соцжильем сложно, но можно, если ты находишь сам, тоже да. понимаю. Ну, а перспективы со школой мы тоже уже проговорили. Медстраховка еще, наверное, вот мы не проговорили. Есть медстраховка, когда ты оформляешь временный вид на жительство, она сразу, потому что дают такую ламинированную бумажку, мы до сих пор еще ждем по почте, нам сказали, в течение 45 дней придет уже карточка. Uh-huh. Ну, вот именно карта, вот пока еще не пришло, uh-huh. вот, и сразу идет соцпакет первой медицинской помощи, скажем так, то есть, да, можно обращаться к врачам, но когда ты это все оформляешь, тебе не дают, как бы, список врачей, больниц, куда ты можешь обратиться, то есть, если при необходимости, то ты опять начинаешь уже сам как-то... Ну, есть же группы, скорее всего, как да, в каждой стране, группы. Где ты можешь это спросить, да. и куда пойти, что делать, правильно? Есть, есть. Теперь по поводу работы. Да. Нам предложили работу. Так, какую? Работа на завод. Так, что делать? И сколько платят? Вот мы ходили на экскурсию, нам показывали, завод паяет платы. Для автомобилей, техники, ну, работа, в принципе, не очень сложная, вот, как бы, но график выходить на работу на 6 утра, тебя забирают автобус и привозят на работу на 6 утра, и когда стал вопрос, хорошо, а куда деть ребенка? Детей, да, куда детей девать? И? Ну, как бы, ну, ответа не последовало, как бы, вот, как-то так. Поэтому я не пошла на работу. А сколько по деньгам то, вот что... обещали? Сколько там? Почасовая тоже оплата или нет? Или помесячная? У них почасовая. Ну, как бы они нам рассказывают, что почасовая, но формально вот она не совсем почасовая. Потому что нам озвучили строгую таксу. Это 140 тысяч форинтов в месяц. Это где-то 12,5 тысяч гривен. Угу. Понимаю. Плюс-минус. Да, 8 часов рабочая смена. Угу. Это каждый день? Все... Кроме субботы и воскресенья. Ага. Угу. Угу.
Ну, как бы зато что-то предлагают, тоже вариант. Я тебе могу сказать, что это точно лучше, чем, допустим, ну, очень во многих странах. Я не знаю, вот я когда приехала в Швецию, и когда копала себе, да, работу и спрашивала перспективы, ну, то есть люди крайне удивлялись, в смысле вы ищете что-то другое, кроме клининга и фермы. Ну, то есть люди просто так привыкли, давай по-другому. Люди просто привыкли, что все, кто приезжал там, неважно, с Украины, с других каких-то городов или беженцы, они все шли, если это мужчины, это стройки, если это женщины, это клиники. Вот. Но, как шутят уже в Европе, у нас нету столько домов, чтобы все их убирали. Я говорю, ну, а мы как минимум все-таки более умная нация, которая может делать что-то другое. Вот, поэтому завод, могу тебе сказать, в разрезе других предложений, то, что рассказывают, то, по сути, неплохо, ну, понятно, что не то, что хотелось бы. Вот, хорошо, скажи мне, есть ли у тебя какие-то полезные ссылки на группы, на там, поиск жилья, на что-то такое, вот, чтобы мы могли тоже в описании к видео поставить, чтобы люди понимали, где копать информацию? Ну, ссылки вот как таковых нету, потому что это большинство групп в Фейсбуке, которые достаточно всем как бы открыты. Вот, там для меня там было очень мало информации. Вот ее не было там совсем, потому что вопросы приблизительно одни и те же. Тебе кидают ссылки на какие-то государственные сайты, на которых ты особо как бы ничего не понимаешь вообще, что происходит. Uh-huh. Я знаю, что вот тут у нас по месту у нас есть Красный Крест. Uh-huh. И, ну, кто в группах обращался, спрашивал, где это все у нас происходит, как, кто чем может помочь, я давала сразу адрес этого Красного Креста, потому что нам он тоже помогает, нас кормят, uh-huh. нам дают питание каждый день, uh-huh. вот, от Красного Креста, и там и продукты есть, и можно было туда обратиться за одеждой, там тоже есть одежда туда. Слушай, но это тоже важно, потому что, ну, выплаты выплатами, а если их пока нет, то что-то кушать надо и за какие-то деньги, и не все с этими деньгами, даже $100 приезжают в кармане, поэтому, конечно, ну, конечно. Эта информация, ну, по сути, тоже важная, ну, такая, вот. Я бы рекомендовала не бежать к волонтерам, а именно обращаться в Красный Крест, потому что от них помощь колоссальная, вот, ну, просто колоссальная. Там, ну, обеспечивают деньгами, конечно, никто не будет тебя обеспечивать, но продукты, нас 9 человек, нам на 9 человек дают много продуктов, вот реально много. А скажи мне, пожалуйста, ну вот такой вот у меня дисбаланс, прям ждала с тобой разговора, не могу не задать такой вопрос. Ну вот как бы Венгрия вообще не по, ну, на политической арене, если смотреть, да, она вообще не поддерживает Украину, она вот прям тянется за Россией, как минимум, ну, это все действия Венгрии указывают на это. А как вы это на месте, вы это чувствуете, вы это видите? Были ли у вас какие-то с кем-то разговоры, а почему это именно так? Потому что раз люди помогают, ну, наверное, не все разделяют это видение. Вот как вообще атмосфера вот с этим? Потому что меня она прям волнует. Ну, напрямую никто такого ничего не говорит. У нас единственный раз возник вот как раз на заводе, когда мы были на экскурсии, вот нам сказали вот такую фразу, спрашивали, откуда мы, что мы, вот мы рассказывали, потому что там очень много было ребят, там и Харьков был, и все было. Подожди, возьми другой телефон. Нет. Хорошо. Тебя не слышу. Слышишь меня? Да, уже слышу. Я так поняла, приходил ребенок. Да, важный вопрос был. Да, все понятно. Вот, и на этой встрече, когда мы вот начали рассказывать, там были ребята с Харькова, там с Житомирской области, ну, очень много наших было. И прозвучала такая фраза, так лучше бы Зеленский согласился на условия. Ну вот мы, у нас там сидело человек 15, мы и выпали в осадок, потому что для нас это непонятно.
И мы такие сразу, в смысле? Он такой, сразу понял, что как бы он в меньшинстве сейчас находится, и лучше как бы не задевать за живое. Он говорит, ну тогда искать компромисс. Это вот единственный раз, который был вот за месяц моего пребывания. Так люди стараются уходить от вот этих разговоров, потому что понимают, что, ну, явно ничего хорошего не будет, но при этом помогают, правильно? Да, помогают. Я, ну, мы были в Будапеште, у нас есть знакомые в Будапеште. В принципе, всем, кто просит, всем помогут. Угу. Вот. А касательно поиска жилья, вот личная моя рекомендация, это то, что нам посоветовали, то, что у меня сработало. На всех сайтах надо не спешить, сразу видишь цену, бронируешь, там вот это все. Нужно в первую очередь общаться и писать. То есть можно написать арендодателю, объяснить, кто ты и что ты, и цена от этого очень зависит. Ну вот прям колоссально зависит. Прям классный, ценный совет, ничего не могу сказать. Есть ли что-то еще такое, чтобы вот ты хотела посоветовать? Тем, я тебе не скажу. Говорю, есть ли еще какие-то такие ценные советы, которые ты бы хотела донести людям, которые решили остаться в Венгрии, вот по параграфу 24? Ну, основное, не надо надеяться на то, что кто-то тебе что-то поможет, принесет, будет обеспечивать тебя, нет. Да, работа есть, работа сложная, работа к той, к которой мы не привыкли, но если есть она, нужно ее, и есть возможность, то нужно брать. Mm-hmm. Потому что небольшой рынок труда. В основном все упирается в язык. Без знания языка тебя никуда. Так у нас есть рядом гостиницы, отели большие, которые вот они, у них сезон тут начнется скоро на Балатоне. Ну да. Они без знания венгерского языка тебя не возьмут. Хотя, казалось бы, иностранцы приезжают, не только же венгры, и почему нет, да? Да. Ну, даже это элементарно горничное какое-то. Нужен венгерский язык. Притом там высылают такие списки, что ты должен там по всей химии разбираться. То есть, ну... Ясно. Ну, для себя я не вижу. У нас это жилье до 20 мая. Угу. И я не готова тут оставаться. Потому понятно. Но это тоже очень ценная информация на самом деле, потому что, знаешь, я к некоторым девочкам звоню и говорю, давайте поговорим, там, Литва там или еще что-то, и вплоть до того, что не хотят выходить в эфир, потому что мне нечего сказать, потому что, и знаешь, какой-то ряд текста, и говорю, ну так это уже ответы, почему нет, что не нравится, что нравится, поэтому, ну, в любом случае, люди же себе тоже выбирают от того, конечно, что мы скажем в эфире, что цифра такая, с жильем все плохо и тому подобное, и вам вот там вот дадут еду или одежду, это касается практически каждой страны. А вот как раз проговорить какие-то нюансы, именно минусы, а не то, что ты можешь прочесть в интернете, вот здесь вот вопросы. И такой тогда к тебе вопрос. Если ты уже там оформилась, получишь карточку, и ты не видишь, что ты там живешь, что будешь делать? Ну, первое, что я уже для себя как бы почитала, что можно, когда ты границу в другую страну ты переходишь, ты можешь прямо там на месте, на границе отказаться. Но это пока тоже очень все мифично. Никто не знает, работает ли эта схема. Uh-huh. Вот. Второе, без проблем ты можешь приехать, опять же, в эту миграционную службу, у них написать заявление, они его регистрируют и отдают тебе копию этого заявления, то есть при пересечении границы ты показываешь, что ты отказываешься от временного убежища, потому что ты планируешь там дальше куда-то ехать. Я знаю уже очень много ребят, которые тут просидели больше месяца, ну вот месяц, как я, и которые понимают, что ну, как бы перспектив нет, ну, их просто нет. Uh-huh. И многие вот по такой схеме начинают думать, как, куда ехать, многие ищут информацию, где лучше, даже не сколько с выплатами, на выплаты сильно надеяться как бы не приходится. Никто не будет тебе столько давать выплат, чтобы тебе хватило и на еду, и на аренду, и на все.
Вот, больше все упираются в работу, насколько хорошо с работой. А если ты с ребенком, то что есть еще для ребенка? Вот да, все. Акцент идет реально на детей и на какие-то перспективы работы. Настюш, спасибо тебе огромное. Я думаю, что мы хоть чуть-чуть помогли разобраться людям, потому что Венгрия вроде и не на слуху, да, не такая прям потоковая, куда едут, но хочешь не хочешь, волею судьбы все равно многие оказываются в разных странах. У меня очень много примеров, включая меня, когда ты едешь в одну страну, попадаешь в другую, поэтому, ну вот, раз ты уже попал, там, допустим, в Венгрию, да, как в твоем случае, то нужно мне хоть немножко разобраться. Спасибо тебе большое. Ребят, если у вас есть еще какие-то вопросы, пишите в комментариях. Будем пробовать выяснять с Настей, что там и как. Ну и до следующих эфиров буду тоже благодарна за ваши вопросы, за ваши запросы на какие-либо страны для того, чтобы продолжать эфиры. Ну и до следующих эфиров.